И всем привет! Вы на канале Супер Максим Фысов. Сегодня мы, как обычно, сегодня будем кататься в столичном экспрессе. Да! И тут вообще совершенно Москва Киев, он даже он так ходил. И рядом с ним стоит поезд Ладога, на котором мы в прошлый раз, мы тут работали охраной на 381 километре. Надо еще... но я же давно не был охраны, надо потом еще себе запустить здесь. И дальше я пропускал мегаполис, да, все правильно поняли. Мы сегодня на нем поедем, даже не знаю, вот давайте. Давай сейчас посмотрим. Такие аминдорфики, такие нормальные. И даже давайте осмотрим салон этого экспресса. Так, идем. Так, вот такой купе есть, даже не знаю. Да, надеюсь, мы еще работу жужурного по переезду снимем, да. Вот такой тот самый Амендорфиц, потому что он нам... Вот, ну вот тут написано 1037, Волгоград, Екатеринбург. Мы сегодня поедем от Волгограда в Екатеринбург, как мы сегодня. А этот поезд пойдет в Ковров. Короче, ну мы этого вообще не знаем, вообще-то странно, и даже, вот, давайте посмотрим, пойдем где к локомотиву, давайте сейчас пойдем к локомотивчику, и мы там посмотрим. Короче, у нас тут локомотивы ЭП-20, да-да-да, он из него здесь подцеплен, ЭП-20, и здесь подцеплен, короче, мы сегодня, знаете, сегодня мы... Даже машинист сегодня мой Фёдор, как обычно. О, да. О, он уже сидит в кабине. И даже уже я еду на этом, как мы считаем. А он поедет на это в Ковров, а я еду в Екатеринбург. Даже мы через Балашов проедем через наш любимый переезд. Короче, это наше самое. Ой, так. Так, ну все, заходим, конечно, открываем дверку и заходим. Как, короче, сегодня мы опять фопомостик, сегодня такой недовольный опять. Дай поверим гудочек. Короче, у нас такой есть. Потому что у нас такой. Так, ну давайте ждать управления. Уважаемые пассажиры, скоростной поезд под номером 207, столичный экспресс, сообщение. Волгоград, Екатеринбург, отправляется через 5 минут. Будьте внимательны, осторожны. О, конечно, сегодня это, конечно, круто. Он уже даже не форточка открыта, у него поезд 233, а я на 237, да. Так, давайте ждать. Уважаемые пассажиры, скоростной поезд Ладога номер 233. Сообщение. Волгоград, Ковров. Готов к посадку пассажиров. Стоянка 22 минуты. О, кстати. Короче, я первым буду выезжать. Я его не буду пропускать, потому что он меня будет пропускать, этот поезд. Ладно, давайте ждать минуту отправления. Так, короче, я уже постоял 5 минуточек. Теперь мне пора проляться, я уже в гостиной свет зажег. Надеюсь. Так, ну что, поставлю. Все, я отправляюсь. Закрываем. Закрывайте, проводники. О, закрыли. Слушайте, ребята, вон уже брали подножку и закрыли дверь. Все, подаем звук сигнал. Что так не буду так громко гудеть. Ладно, все, отправляемся. О, ребята, все. Так, следующая остановка Магадан. Все, пока. Ладога. Да, там тоже у него машинист недовольный. Так, надо здесь проноситься не более 40. Так. Прием диспетчер. Да, диспетчер, слушаю. 237 отправился с третьего пути со станции Волгоград. Проследуй не более 40.
Хорошо, вас поняли. Так, едем на мостик. Короче, мы теперь будем на полную гонять. Мы сейчас загружаем станцию, будем проезжать. Так, короче, проезжаем его. Едем. Но сегодня вообще... Короче, сегодня не будет всю серии. Все, разгоняемся полностью. А нет, пока надо подождать, пока состав не прошел полностью. Потому что у меня такой длинный 8-й вагонный состав. Ладно, давайте на паузу за это сделаем. Так, все. Мы набрали скорость. Так, гоним полностью теперь. Так, мы сейчас по стрелкам переходим нормально. Так, надеюсь, как мы... Видите, как гор стал стоять, такая контактная сеть. Пока у нас есть именно 90. Смотрите, какая горочка. Посмотрите, какой там мостик. Это метрополитен. Там даже уже усилен метрополитен. Короче, уже другие линии там появились. Я не понял, что они так установили? Давайте-ка... Сейчас мы выйдем отсюда. Так, все уже точно поменялось, и мы проносимся только на не более 100. Мы сегодня идем по такому видику, у нас остановки сегодня. Магадан и Ханты-Мансийск. Как сегодня сегодня, как и... Мы даже... Да, мы... Ну, вот на грузовую станцию, фух, замок. И там мы... Так, там только, там лесопилка, мы сейчас будем проезжать и будем это рабочий. Так, вот такой мост, там, это метротрам. Да, такой метротрам сейчас, такая, даже под землей. Кстати, мы сейчас будем, да, ну скоро установим пост дежурного. И ждите на нем работу дежурным по переезду. Не заболел. Короче, я не кашляю. И, короче, у меня такой кашель так зелененький. Кстати, уже заменили светофоры. И второй, и первый, и третий. Я даже какие-то новые какие-то странные светофоры. Так, уже. И того. Ну, кстати, это такой красивый участок. Так, где на переезде. О, фура ей. Ну, конечно, едет. Конечно, вон он туда идет. Да, видите, там это метрополитанская линия, он еще один переезд. Машина пропускает, это хорошо. А нет, это тень просто. Это тень, а это тень. А я думал, что это переезд асфальтный. Опачки, здесь один стоя на этом. Да, я не да, и... О, метро там прошло. Метро там проезжает, вон оно, вот он, идти там, вообще место, политенский переезд. Ладно, сносимся, но когда мы приедем, вообще мы еще будем, будет 2 километра приезжать на нашу любимую станцию. И там тоже установим пост дежурного, но вообще нужно много работать каждым штургам. Да. Но через 20 дней я теперь закончу работу, дежурно по переезду и в башу. Так, ну, мы будем скоро работать недалеко в горах, и мы еще в горах будем работать там, и красиво разными тоннельками на одном участке. Ладно, все, давайте ставим паузу, потому что это так долго протянется. Так, что-то мне диспетчер сообщает. Я директор сказал, да, диспетчер, слушаю вас. А вы на станции Магадан постоите на минут 4, потому что вам надо пропустить в грузовой. Ну хорошо, вас понял. Все, буду, я сейчас сейчас пока прохожу на перегоне Удельная, 22 километр. Хорошо, я вас понял. Так, здесь на этом перегоне можно... Ой, Мерседес там проехал.
сейчас буду везде шутить вообще. У других везде. Так, короче, мы едем. Всё. Всё, погудели. О, 157-й там проезжает. Ну, и здесь надо погудеть. Гудим, гудим. Да, тут, да, вот, тут тоже установим. Позже журнал, здесь у нас жёлтый флаг показывает. Уже поменяли на уже на другое место пост. Здесь на угодно и место. Так. Ну сейчас тут громкий. Если вообще, то мне мой брат, сейчас мой Владик будет меня ругать от такого. Потому что я сейчас звукнули, чтобы вылывать слышно. Еще себе сколько людей. Да, с электричком, наверное. Ладно, давайте сейчас мы, когда мы приедем на станцию Магадан, я повернусь, ну давайте. Прибываю на станцию Магадан, ну вот, что так здание поставили? Не знаю, видите, как усилили вообще-то? Забудим. Ё-моё, сколько деревьев постоянно? Так, кстати, тоже вот, где-то ещё. Так, видите, зелёный горит. Всё, старомазим. Прием говорит 237-й. Короче, я в Магадан, сейчас буду стоять на минутке 4, и я пропускаю грузовой. Хорошо, вас понял. Прием 26-й. Да, я 26-й. Вы едете с разгруженной вагоны на станцию Солнце-Запад. Вот вы заезжайте. Просто до Волгограда. И там на грузовой станции. Кстати, вас пропускают пассажирские на Волгограде. Хорошо, вас понял. Все, давайте, смотри. Давайте посмотрим на этот грузовой. Давайте. Так, мы сегодня поедем на левую сторону. А кстати, этот грузовой пойдет оттуда. Короче, он уже едет. Нормально уже. Давайте смотреть. Я уже налил воды, хочу попить. Я уже... Так, вообще... почему ты воду пьешь? У нас сейчас у нас проект заканчивается. Ну ты, господи, да я... Да еще и есть, блин. Я хочу попить. Ты просто не жарил вообще. Кондиционер тут какой-то слабый. Не знаю. Ладно, когда он поедет поближе, я включусь. О, смотрите-ка, ребята, я ушел, он уже близко едет. Это 62 белорусская? Чего? Она же из Беларуси. Ой, как громко, давайте сделаем тихо, немножко потише. Это уже слишком, он такой громкий двигатель. Что с ним такое? Надо как-то... Да что он так кунет-то вообще? Посвистел, так. Смотрите, давайте стол везет. Толкальщики, это половогонщик. И трехколесные. И один хоппер, и этот вагон. И две так в конце половогонщиков. Ладно, все, до свидания. Короче, ты, Машка. Вообще. Ну, красивый прикол. Да-да-да. Так, ну все, до свидания, гудбай, гудбай. Прием, говорит, 237-й, прошел поезд грузовой 26-й, я могу отправляться. Хорошо, вас поняли. Ладно, все, давайте-ка. Да, все, уже прошла посадка, все, Машка уже уехала. Давайте закрывать. Все, загружайтесь, пассажиры. Закрылись? Да, закрылись. Ой, зачем трогался? Я подал два раза, ну ладно. Все, погнали. Следующая остановка у нас Ханты-Мансийск. И потом следующая, конечно, наша.
Зелененький. Ой, автосохранение. Все, поехали. Надеюсь, больше не будет падать мой телефончик. Конечно уже. Так, Машка уже скрылась? Да, скрылась. Все. До свидания. Все, до свидания, это Машка. Так, мы. Так, на налево. Налево. Я не знаю. Ну, через 5 минут приедем уже Ладога. Потом, да, ну, конечно, красивая. И это очень нормально. Да, к сожалению, вот такая вот, такая, как покричать, а это такая. Советская. Не знаю. Потому что у нас, ну, как-то странно было. Ну, короче, заезжаем уже. Заезжаем, переходим на этот путь и заезжаем. Ладно, давайте покажем фильм Ханты-Мансийский, я к вам вернусь, давайте. Смотрите, как я несусь, но уже прибываю на солнце. А, сейчас прибываю. Ой, есть деревья, зачем тут посадили? Как раздавили мы их листву. Ищи себе, как мы раздавили. Все, останавливаемся. Все, останавливаемся. Короче... Там метротрам есть в Ханты-Мансийске, там даже троллейбусы на маршрутке тут столько ходят вообще. Там, да, там троллейбусы 12 есть, 73, которые там еще две маршрутки какие-то там еще запустят в этом городе. Да, не знаю. В этом счете я не знаю, но в Ханты-Мансийске я работал трамваем. И даже, чем сказать, вообще не знаю. Все, остановились. Открываем, все, открывайте девушки, проводники. Все, проводники, открывайте двери. Все, стоянка у меня 1 минута. Короче, то есть 2 минуты. Ладно, давайте будем стоять на 2 минуты. Все, мы постояли 2 минуты, все, уже пассажиры вышли. Осталось только 2 человека на столичном экспрессе. Все, конечно, отправляемся. У нас не вмещается такой составчик, потому что у нас так 8 вагонов. И отправляемся. Так, давайте посмотрим. Никто там из трамваев не переходит. О, кстати, электричка, кстати, к нам навстречу идет. Ладно, давайте. Все, отправляемся. Кстати, нам электричка по этому пути, кстати, мы. Вон она, я уже вижу, как она идет. Ладно. Все, мы все остановки, все, следующая остановка Екатеринбург, это конечка. Там тупик. Да, короче, вон она, наша электричка. Да, потом мы поедем обратно. Да, но я, как обычно, буду так красиво приезжать. Все, вот она, к сожалению, она такая обычная. Все, трамвайщица остановилась. Стоп. Ой, что-то она тихо, я не знаю, что она так тихо проходит. Не знаю, что с ней, звук не работает. Куда ты, машина на переезде застряла? Ты чуть под поезд не попала. Смотрите, как она встала вообще. Фух, хорошо, видите, как она так носит. Ладно, все. Давайте, когда мы будем подходить к балашу, мы включимся. Все, мы все поворачиваем. Трамвай стоит, это хорошо. Ой. Слушайте, ребята. Вот это тот путная железная дорога, там Бесконтавский. Это железная дорога не электрифицирована. Да. Да, я там работал дежурно по переезду, но с вами я не успел те самые видосики загрузить туда. Да, не знаю. Ладно, давайте не будем разговаривать, давайте просто доедем до конца. Ну что ж, ребята, вот тот самый переезд Балашовский! Да, ну мы как-нибудь еще остановим, мы еще продолжим работу на этом переезде, вот тот самый этот переезд, да. Мы носим, ой, я не успел погудеть, ладно, все, давайте доезжаю до станции Екатеринбурга, если какой-то встречный поезд еще не пойдет, то я к вам вернусь на всякий случай.
О, ребята, смотрите-ка. Твой Ш5 несется к нам. С грузовым. Смотри, все, лес везет на полушках. О, смотрите, какой он крутой. Реально, ребята, смотрите, какой он вообще. Ну, прикольно, ладно, давайте. Ну, все, давай, короче. Короче, он тоже короткий, чем Машка. Но, ну, мы с Айном Гадани, там Машка была просто пустая. Ну, ладно, все, давайте доезжать до станции Екатеринбург. И там мы закончим видос. Все, мы приехали в Иркутские отвезения. Это часть для прыгания призов, а это для пассажирских. Это путь идет даже в парк. Ё-моё, автобус, кстати. Ой, да что тут шумят тут везде. Ну ладно. Так, ну что ж, переездик, гудин-гудин. Да. Кстати, когда я там проезжала мимо Ступина, там электричка эта девочка, МЖДшка проезжала. Так, ну все, проезжаю на ВОЛФ-80. Все. Все, мы подъезжаем к конечке, вот тот Боинг 737-100 уже приземляется, вон уже есть, там есть аэропорт, мы там в прошлый раз приземлялись, а вот эта сторона, это там грузовая линия. Так, Вайлес Пексис ехал вот тут, вот даже вылазки, ой, что-то не понял, электричка стоит. Ничего себе, ЖДшка, не знаю. Фух, ну не знаю, есть какая контактная сеть. Да, и такая депушка. Стрелы так много. Переезд что-то закрыт. Так, очень странно. Кстати, это кто стоит-то? Кто тут? Она так на стойнике стоит. Вот почему. Это R9T, кстати, 740-я. Не ура. Ой, сохранение. Да, реально. Она стоит. Пустая, кстати. Да. Она так стоит. Потому что она такая стойная. У него такой отстойник. Все, конечная. Конечная станция. И по компрессу. Да, передние фары работают. Яркие. Даже одна пассажирская стоит, все, до свидания. Так, ну все. Конечная станция, видите, какая она длинная. Все, вмещались больше поездов. Да, этих пассажирских. Так, все, тормозим. Тормозим, давайте. Ой, что так мы несемся? Давайте тормозить. Все, давайте тормозить. Все, тормозим, тормозим. Я случайно дергнул сигнал гудка. Ладно. Ну все. Все, пассажиры, высаживайтесь из поезда. Поезд пришел на конечную. Все, выходите. Все, до свидания, до свидания. Выходят. Все, вышли. Ладно. На этом я буду заканчивать свой видеоролик. Ну так вы покатались на столичном экспрессе. Так что всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал Супер Максим Фитцов. Также и рассказывайте это видео друзьям. И даже родителям. И бабушек, и дедушкам. И даже о своих бабулях и дедулях. Так что рассказывайте всем и родителям. И... Так, ну все. Ну все, всем пока. Вот такая поездка у нас получилась. Ну да. Все, всем пока.